наконец-то я на месте. Всем привет, друзья! Я нахожусь сейчас в Италии, город Батипалья, в отеле. Дорога была снова длинной. Скорый поезд, но он не совсем скорый, 14 часов из города Мариуполя до Киева. И он еще и опоздал на полчаса. Я чуть не опоздал на самолет, потому что у меня рейсы впритык были. Но я везучий, и в аэропорту был бардак. На регистрации очень медленно обслуживали в аэропорту, поэтому я прибыл в аэропорт в нужное время, все четко. В общем, из Рима нас везли 4,5 часа автобусом до города Батипалья. Сейчас у меня будет ужин, завтра начинаются репетиции. А сейчас я вам покажу мой номер, где я остановился в городе Батипалья. Такой вот шкафчик. Это входная дверь. Что у нас здесь? А, зеркало. Здесь балкон, но он закрыт. Это душевая и туалет. Очередной контракт стартовал. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path. And I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but you love. Доброе утро, друзья! Сейчас 8 часов утра. В 9 часов у меня завтрак. В 11 часов мы едем уже в студию. Ну, до завтрака я еще сделаю зарядку, конечно. Yeah, I get up and I may fall. Raise my flag and call it quits. So I keep, oh, I keep on pushing through. Oh, with every step my heart it pounds. Yes, so sure I've had my doubts, but I must keep pushing through. Yeah, I get up. Завтрак. Круассан, чернослив, грецкий орех, йогурт, сэндвич, апельсин, американо, кофе американо, панкейк, ананас, круассанчик, дальше хлопья, йогурты, водичка, Оксана, Игорь без маски. Answers for what makes this man. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats.
Good morning, Mima. Yes, yes, for sure. I will do. Very good. Buongiorno, Mattia. It's okay? Yes, everything good. Do your warm up? Yeah. Okay. Sventrata, la chiave della stanza. Dove l'ho lasciata? Sventrata. Это комната, это сердце этой студии. Здесь работает Матья, наш звукорежиссер. Он работал с Андреа Бочелли. Вот так вот. Матья, привет. Чао, чао, Матья. Он и является хозяином этой студии. I'm laughing at clouds, so dark up above, just singing and dancing in the rain. Это был я. В этот микрофон записывался Андреа Бочелли. One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. The smell seems to know my crime will surely come a second time.
небольшой перерывчик. Матья, как всегда, мы вместе. Мимо бара. Ксюха. Мария. Мэри. Чао. Мария. Это наш... Это наш... Наш сэндвич с лососем. Перекус. Такой легкий перекусик. Break time. Итак, друзья, мы репетировали в Батипале в студии всю неделю. И, конечно, не без сюрпризов. Шоу, в котором мы участвуем, должно быть 6 вокалистов. 2 оперных певца, парень и девушка. И 4 поп-вокалиста, 2 парня и 2 девушки. Одна девушка-поп-вокалистка уже находится на борту. Она просто продлила свой контракт. И в первый день, как мы приехали в студию, нас информировали о том, что один поп-вокалист не приедет, ему не открыли визу. Соответственно, весь репертуар, который должен был петь он, перешел автоматически ко мне. Хорошо, не проблема. Мы порепетировали с Мимой наши песни, а также записали плейбеки на тот случай, если кто-то из вокалистов заболеет. Тогда мы работаем под плюсы. После репетиции в студии нас повезли в Торре дель Греко на репетиции к танцорам. Еще на неделю. Все, мы едем, переезжаем в другой город к танцорам. Будем учить с ними хореографию для нашего шоу. Приехали в город Торре дель Греко. Отель Посейдон. И за день до вылета в Штаты нас информируют о том, что тенор тоже не прилетит, потому что ему тоже не открыли визу. Весело. Дорога была очень длинной и утомительной. Мы добирались 3 самолетами, и один из полетов был 10 часов. Но сюрпризы на этом не заканчиваются. По прилету в Штаты 4 человека не получили свой багаж. Я был одним из них. Наш багаж задержался в Париже. Надеюсь, что в ближайшие дни багаж доставят на борт, потому что я нахожусь уже 2-й день на карантине. И для примера я хочу показать вам объем тех песен, которые мне нужно было выучить на этот контракт. Здесь 59 листов. Чтобы вы понимали, сколько песен мне потребовалось подготовить на этот контракт. Вот так вот. А сейчас я покажу вам свою каюту. Это я. Здравствуйте. В завершении хочу сказать, что все трудности преодолимы. По своему опыту я уже знаю, если контракт начинается тяжело, то закончится он шикарно. До встречи, друзья. Пока.